Головною метою організації є повалення світських режимів в ісламських державах і встановлення ісламського порядку. Аль-Каїда розглядає Сполучені Штати як головного ворога та прагне до знищення Ізраїлю. Його могущество достигнуто тим, що во главу своєї боротьби проти імперіалізму, так називаємого, там, в лице там, США, там, Израиля і прочих других європейських і азіатських стран, які являються лідерами в економіці і являються, опять же, направляючи політики в ближайшем будущем всього земного шара, вони по сравнению з своїми соратниками в лице там арабських террористических организаций, таких как Хезболла, Хамас, которые придерживаются стратегии и тактики борьбы с ближним своим соседом, это Израилем. То есть у них более узкие и, я бы сказал, меркантильные цели в достижении своей идеологии по сравнению с Аль-Каидой, потому что она, в отличие от своих террористических соратников, я имею в виду организации, там ЭТА, ИРА, ХАМАС, ХЕЗБОЛЛА и многие-многие другие, более глобально подходят к борьбе с глобализмом, с ведущими капиталистическими странами, везде, где они пытаются как-то вклиниваться, вмешиваться в дела внутренние, суверенных государств. Мы сейчас видим, что целая цепь прошла спонтанных революций и бунтов по северу Африки. Вот если посмотреть, то за очень короткое время практически все страны подверглись непонятному внутреннему взрыву. И до сих пор, например, ситуация, если в Египте уже стабилизировалась, и в Йемене, то в Судане, например, в Ливии, она еще продолжает давать о себе знать. И трудно сказать, чем все-таки это в итоге закончится, потому что, с одной стороны, мировые кап-державы заинтересованы, потому что это хороший источник сырья, нефть, а, соответственно, это уже идет борьба за рынок сбыта, за баррель нефти, цена на которой скачет, и, соответственно, люди на этом зарабатывают большие деньги. Та же Аль-Каида в каждой из этих стран имеет свои интересы, соответственно, и заинтересована в том, чтобы ни западная политика, ни политика местного лидера Муаммара Каддафи там не осталась. Они пытаются видеть, помогать в становлении своего лидера, который бы придерживался линии, по которой идет та же самая Аль-Каида, и, соответственно, он был их человеком, который оставил бы интересы на каких-то политических аренах, там, я имею в виду в том же самом ООН, и, соответственно, таким образом они ведут борьбу за территории арабского мира, для его сплочения и единой борьбы против неверных. Заарештовані члени Аль-Каїди на допитах у справі про теракти в Кенії та Танзанії розповіли, як проходить підготовка такого роду акцій. На це йдуть роки. Терористи терпляче спостерігають за об'єктами, збирають матеріали та вербують все нових і нових шахідів. Інший напрямок терористичної діяльності організації – це допомога мусульманським повстанцям і терористам, які ведуть збройну боротьбу в багатьох країнах світу. Правою рукою лідера Аль-Каїди вважається Айман аз-Завахірі. На чолі Аль-Каїди стоїть Шура або Рада. Нижче в структурі організації розташовані 8 комітетів – релігії, військовий, зв'язки з громадськістю, фінансові та інші. За даними ЦРУ, через тренувальні табори Аль-Каїди в Афганістані в період з 1989 по 2001 роки пройшло від 25 до 100 тисяч рекрутів. Аналогічні табори були створені і функціонували в Судані, на Кавказі, на Балканах та багатьох державах Близького і Далекого Сходу.
В результаті членом Аль-Каїди є вихідці практично з усіх мусульманських держав і регіонів світу, а осередки Аль-Каїди виявлені в 34 країнах. Ні для кого не секрет, що Аль-Каїда – це мощная структура, которая является не только хорошим аналитическим центром, которая отслеживает ситуацию во всем мире и в местах, где ситуация дестабилизирована, это гипотетические потенциальные места, где произойдет взрыв, и, соответственно, туда направляются денежные потоки и специалисты, которые готовятся в военных лагерях как в Пакистане, так и в Афганистане. А я вам скажу, что поток очень сильный, и там за несколько лет проходят там десятки тысяч будущих боевиков, которые затем уже, непосредственно пройдя подготовку и обкатку, они реализовывают все террористические мероприятия, акты в конкретной стране, которая будет выбрана в зависимости от политической ситуации, которая в ней происходит. Например, та же Ливия. Все прекрасно знают, что там от Аль-Каиды очень много боевиков работают, наемников, которые, в принципе, выполняют абсолютно любую задачу, которая ставится сверху, опускается. Соответственно, их тактика повторяется в каждой стране. Абсолютно в каждой стране мира. То есть есть штаб аналитики, которые четко сканируют ситуацию во всем мире. Они смотрят экономические или политические моменты, которые начинают подводить страну либо к гражданской войне, либо к интервенции извне. И, соответственно, уже эта страна берется в разработку. А, как правило, это одновременно может быть несколько стран или даже целый регион. И, соответственно, уже начинается очень серьезная массированная обработка этих стран в плане как и финансирования революционных каких-то движений внутренних, помощь своими специалистами, инструкторами, боевиками, подкуп должностных лиц государства в решении той или иной задачи или вопроса, который интересен именно непосредственно самой Аль-Каиде. То есть, таким образом, они посредством своего влияния, там, финансового, там, физического, добиваются очень больших успехов в борьбе с экономической интервенцией капитала, я имею в виду, там, например, США, там, Британия, Франция. И, с другой стороны, они укрепляют свою позицию в этом регионе и, соответственно, формируют ветви власти, лояльные к этой организации, то есть к Аль-Каиде. Тем самым они отодвигают воздействие европейских развитых держав Америки от своих границ, дальше вглубь Европы, дальше к океану, в сторону Америки, чтобы максимальная территория, где проживает арабское население, была подконтрольна именно этой организации, а не влиянию там ООН там и так далее.